наряд красот. Я вам уже показала свой дневной вариант новогоднего праздничного макияжа. И настало время показать вам вечерний вариант праздничного макияжа. На этот раз я использовала такие серебристые тона. Вы видите, я сделала такие серебряные смоки. На подвижном веке у меня распределены сияющие такие тени с блестками, растушеванными такими фиолетовато-коричневатыми. Использовала много черных теней, тоже их так растушевала в дымку. Я это все сделала, опять же, потому что я хотела подчеркнуть цвета ночи, именно, знаете, когда луна на небе, вечер наступает, и вот само платье мое такого же плана. И для меня вот этот образ – это лучший способ прочувствовать все волшебство уходящего года, вот этой вот ночи, да, праздничной. И одновременно с этим, мне кажется, этот макияж может носить леди любого возраста, потому что глиттер, какие-то блестки крупные я сюда не добавляла. Он хоть и вечерний, он такой романтический, но он не броский, не вызывающий, то есть ничего такого кричащего, прямо какого-то ядреного тут нет. Цвета хоть и темные, но они романтические, одновременно с этим они, я бы сказала, классические. И теперь, девчонки, давайте на все 100% прочувствуем с вами магию Нового года и вместе сделаем вот этот вот дымчатый вечерний макияж. Приятного просмотра! В этот раз, девчонки, мы с вами начнем с того, что мы наносим базу под тени и тональную основу мы будем наносить позже. По той причине, что тени темные и есть там глиттер, есть там такие сияющие частицы внутри теней. Поэтому я побаиваюсь того, что они будут крошиться, и для начала сделаю макияж глаз, а потом уже перейду к макияжу всего лица. Светлые тени, серые, и наношу их в складку века. И после этого таким градиентом наношу чуть более темные тени, такие коричневато-фиолетовато-сероватые. И палетку я использую Au Naturel от Sleek. Теперь я беру черные тени, это Maybelline Color Tattoo. Не могу сказать, что вообще Color Tattoo сама по себе как линейка, это прям моя любимая линейка, но в этом случае как база вполне нормально, мне кажется, сработала. Теперь я беру сияющие черные тени с серебристыми металлическими блестками от NYX. Называются они Black Sparkle ES44. Девчонки, не могу вам рекомендовать эти тени. Я их здесь использовала влажной кисточкой на базу, и тогда они более-менее работают. Но сами по себе они сыпятся, короче, не самого лучшего качества тени. Теперь я беру бочоночек, кисточку, и растушевываю вот этим вот темным цветом переход вот этих вот черных сияющих теней и тех, которые мы нанесли в складку века до этого. Кошачий глаз чуть-чуть вытягиваю, но одновременно с этим достаточно темно делаю и внутреннюю часть глаза, потому что макияж вечерний. Вот так я выгляжу с одним глазом накрашенным. И то же самое повторяю на втором глазе. Здесь вам ускорило, чтобы наглядно было видно вообще те изменения, которые происходят. И опять бочоночком, как вы видите, растушевываю. И теперь я беру светлые тени, мои любимые, с палетки Belle, и накладываю их под бровь. Первый раз я в этом видео использовала новую тональную основу от Catrice Even Skin Tone Beautifying Foundation, и, по-моему, это отличная вещь, девчонки. Пока что я вполне довольна, и я не могу сказать, что она чем-то хуже моих остальных основ. И вот здесь, вот, как вы видите, чел немножко залипло. Это по той причине, что у меня концерт Icebreaker играет на мониторе, и я просто не смогла оторваться от Алекса Весельски. Сверху я накладываю консилер, опять тот же самый жидкий камуфляж крем от Catrice, и как обычно делаю прекрасные лица, и как обычно растушевываю спонжем от Real Techniques. Сверху я это все сажу на место пудрой из палетки ELF, сияющая пудра. Беру те же самые серые тени и накладываю их по нижней линии роста ресниц, одновременно с этим растушевывая.
И теперь я беру более темные тени, как вы видите, черные тени матовые из палетки Slick. И опять же их такой кисточкой, карандашиком накладываю, и потом я их буду растушевывать. И здесь я беру пушистую кисточку и теми же самыми черными тенями так прохожусь по уголку глаза, чтобы затемнить это все дело. Любимые уже тени из линейки L'Oreal Infallible Unlimited Sky. Офигенные тени, фактически как пигмент. Не такие уж голубые, а такие более голубо-серые, я бы сказала, серебристые. Ну, вы сами видите, как они выглядят. Мне кажется, вот в темном макияже они просто шикарно смотрятся. Мой любимый гелевый карандаш от Essence наношу на водную линию. Я вам, девчонки, уже говорила, эти карандаши, они неубиваемые, держатся вообще просто невероятно длительное время. Теперь гелевой своей обычной подводкой от Physicians Formula черной рисую стрелку. Стрелку в этот раз рисую более длинную, более толстую, такую гламурную вечернюю стрелку. Не сдерживаюсь. То есть, так как макияж у нас и так уже достаточно драматический, здесь уже маленькая стрелка, в принципе, ни к чему, поэтому стрелку делаю достаточно большую. Завиваю ресницы, крашу своей объемной тушью розовой от Essence и сверху вот буду накладывать вот такие вот достаточно тоже объемные ресницы. Вы сейчас видите, мажу клеем своим новым от Ardell. И вот я уже с ресницами. Доделываем лицо, беру я бронзер Ten Toffee от Elf и делаю себе скулы. Как вы видите, пушистой кисточкой накладываю, не делаю опять же жесткие границы, потому что акцент я хочу оставить все-таки на глазах. И так просто бронзирую лицо, можно даже так сказать. Теперь я беру румяна от Catrice Sunrose Avenue. Сияющие, холодные, такие розоватые румяна. Не сильно пигментированные, но в достаточной степени. Здесь я как раз этот эффект и хочу, чтобы они не выделялись, но просто освежали лицо. И наношу хайлайтер от The Balm Marie Luminizer в этот раз. И вот так вот выглядит макияж на этом этапе. Следующий этап — это нанесение нюдового карандаша от Essence in the Nude. Мой любимый карандаш, тысячу раз вы уже все его видели. Губы я решила сделать такими сияющими, чуть-чуть влажными. Сначала я наношу помаду из линейки Catrice Gel Color, и следом я довожу цвет до того цвета, который я хочу видеть, с помощью новой помады из линейки Essence, тоже такая сияющая. И два эти цвета, смешанные друг с другом, как раз и дают тот цвет, который я хотела. И вот так выглядит финальный вариант вечернего праздничного макияжа. Всем огромное спасибо за просмотр, волшебного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!